скажите, что вы хотите? Внесение изменений в честь ужесточения. А не надо изменения. Что хотите? Мы добиться, хотим, чтобы подрядчик строго соблюдал сроки. Ага. А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика. Муниципалитет или региональное государство или что-то. Это я вам потому что у нас есть такая забава, игра, да? Мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через 2 месяца останавливать строительство и переделать проектно-сметную документацию. Там все в доле. Простите меня, пожалуйста. Вы выключили все? Не надо.